Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа встретились с коллективом управления ЖКХ администрации. На встрече поговорили о мерах соцподдержки, направленных на развитие института семьи. Также напомнили о предстоящих выборах президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Пояснили, что принять участие в выборах можно онлайн с помощью дистанционного электронного голосования, либо традиционным способом на избирательном участке.